События, о которых будет рассказано в этом фильме, начались с появления у берегов скалистого мыса таинственного и странного существа. Оно было похоже на человека с рыбьей чешуей и огромными жабьими глазами. Рыбаки прозвали его морским дьяволом. Однажды следы морского дьявола были обнаружены на берегу бухты. Местные жители уверяли, что ночью морской дьявол мчался верхом на дельфине и громко трубил в рог. Газеты сообщали, что это он потопил рыбачье судно «Лючия», утащил в океан двух молодых монахинь и проглотил нырнувшего на дно ловца жемчуга. Дон Педро, новые проделки морского дьявола. Сказки для детей. Поверьте, Дон Педро, дыма не бывает без огня. А, ерунда. Наступай, познакомься с ним. Пусть освежится, и он мерещится, всякая чепуха. Ну! Слушайте, Бальтазар, сколько я вам должен? Шутите, Дон Педро. Это я вам должен кучу денег. Тогда почему же ваша дочь корчит из себя принцессу? Я не желал бы для Гутерри лучшего жениха, чем вы. Я ведь для этого и уговорил ее погостить у вас на шхуне. Чтобы вы могли, ну, поухаживать за ней. Ухаживать за ней? В последнее время я только этим и занимаюсь. Вы не хотите замечать меня, Гутерри? Почему же? Я отлично заметила, как вы выбросили бедного Криста за борт. Послушайте, Гутьерре. Да, с другими я часто бываю груб. Но с вами я люблю вас. Я дам вам все, свое имя, свое состояние, Гутьерре. Вы не из тех, кто дает что-нибудь даром. Хорошо же вы платите за мое отношение к вам. Ах, я должна уже и платить? Гутьерре! Ну не стройте себе недотрогу! Ах так? Вот ведь характер. Папа, пришли мои вещи на берег! Как тебе не стыдно? Сейчас же вернись! Ее надо вернуть. Гутьерре! Гутьерре! Помогите! Помогите! Разве вы не видите? Помогите! Но там морской дьявол! Эх, скоты!
всех вот так. Вот. Доченька. Давай. Это чудо. Я своими глазами видел акулу. Мы ее все видели. И я тоже видел. Я распорол ее брюхо от хвоста до пасти. Ну-ну. С собой поделать. Доченька, что будет с нами? Ты знаешь, какие у нас долги. Подумай о моей старости. Да-да. Как здоровье нашей дорогой гости? Спасибо, Дон Педро. Она хочет сказать нам что-то очень важное. Правда? Скажи сам, отец. Успокойтесь. Можете объявлять о помолвке. Она согласна. За Гутьерра. За вас. За нашу семью. Ничего, ваша дочь не раскается. Вы знаете, что я и сейчас не беден. А скоро, скоро я буду сказочно богат. Знаете, что я придумал? Прогоню к черту всех этих бездельников. И возьму на службу одного ловца жемчуга. Угадайте, кого? Морского дьявола. Бог с вами, Дон Педро. Час назад вы не верили в его существование. Я сейчас не верю ни в каких дьяволов. Это просто... просто какая-то смышленая тварь, которая живет под водой. Я ее видел так же близко, как вас. Где? Где? Неважно где. Видел. Себя чувствуешь? Я так боялся за тебя. Забрасывайте сеть живо! Хозяин. Ну?
Морского дьявола ловить мы не будем. Живо сеть! Ну! Ну давай! Ничего не понял. Ну! А может, тебе померещилось? Ну что ты, папа, он же со мной говорил. Быстрей! Быстрей, бездельники! Поворачивайтесь! Быстрей! Ну, я его поймаю. Не пожалею никаких денег. Хотите стать моим компаньоном? Да, но у меня же нет. Да неважно. Я вам одолжу. Ведь вы мне почти тесть. Поймаем этого красавца, рассчитаемся. По-прежнему под семью замками. Входите, господин Далсон. Пожалуйста, обождите здесь. А, Олсен. Давно вас не было. Так ведь к вам не пробьешься. Я запираюсь не от вас, ну, от всех. Сломайте к чертям все замки и потайные двери. Не хоронить себя заживо. Я имею основание опасаться людей. 20 лет назад банда невежд разгромила мою лабораторию. И они в меня стреляли. Ну, я надеюсь, вы не ставите знак равенства между бандой и громилой всем человечеством. Ведь вы лечите людей. Я ученый. Это мой долг. Дорогой друг, у меня к вам есть два дела. Первое. Что может сообщить нашей газете маститый ученый доктор Сальватор о так называемом морском дьяволе? Дьяволов не бывает. Ни морских, ни сухопутных. Это все, что вы можете напечатать в вашей газете, если хотите сослаться на меня. Но а не может ли это быть неизвестное науке какое-нибудь животное? Дорогой друг, вы, вероятно, проголодались. Пойдемте завтракать. Если увидеть чаще всего, наверняка еще раз, Бельтазар. Бросай якорь. Есть. Вид у вас прямо пиратский. Такими ножами мои прадеды вспарывали животы своим обидчикам.
Ну что? Видел. Его? Нет, его нору. Она ведет куда-то туда, на сушу. Кто там живет? Бог. Шутки в сторону. Я не шучу, там живет Бог. Хромым он делает ноги, слепым дает глаза. Что за глупости? В заливе дьявол, над заливом Бог. Там живет доктор Сальватор. Знаменитый доктор Сальватор. Ах, доктор, тогда там искать бесполезно. А вот норой следует серьезно заняться. На днях прокурор прочитал мой фельетон. И на нашу газету, конечно, опять наложили штраф. А денег в кассе нет, ведь мы газета бедняков. Не можете ли вы одолжить редакции 10 тысяч? Иначе газету закроют. Дорогой Олсен, для вас лично сколько угодно. Но для газеты я ничего не дам. Благодарю вас, но лично я ни в чем не нуждаюсь. Вы же знаете мои принципы. Я в политику не вмешиваюсь. Значит, по-вашему, пусть все остается так, как есть. Нет. Несчастным надо помочь. Но поможет им не политик, не газетчик, а ученый. Да? Да. Уж не вы ли? Я. И именно я. Я уведу бедняков в счастливую и благодатную страну, где их никто не будет притеснять. Куда же? На небо? На Луну? Нет. В океан. В океан. Там на дне океана нет ни бедных, ни богатых. Там все будут жить свободными и счастливыми. Так это что же, будет республика утопленников? Не смейтесь, Олсен. Я открываю вам величайшую тайну. Вы представьте себе океан, населенный людьми, которые дышат в воде, как рыбы. Дорогой друг, но это похоже на сказку. Нет, это не сказка. Идите за мной. Морской дьявол! Не надо. Это мой сын Ихтиандр. Первый гражданин подводной республики. Переоденься и возвращайся сюда. Хорошо, отец. В детстве я обнаружил у него неизлечимую болезнь легких. Чтобы спасти мальчика, я пересадил ему жабры молодой акулы.
И вот эта очень рискованная операция удалась. И вот тогда у меня родилась идея о создании подводной республики. Сальватор, я преклоняюсь перед вашими гениальными руками. Но ваша идея о подводной республике – это утопия. В этом подводном царстве снова возникнут бедные и богатые. Ну, это я уже читал в вашей газете. Хорошо, хорошо. Допустим, вы пересадите жабры всем желающим. Но ведь люди есть люди. Они будут тосковать по земле. Дискуссия прекращена, дорогой Олсен. Не бойся, это мой друг, Волс. Скажите, вы не тоскуете по людям, по земле? Сегодня вы узнали более чем достаточно. И помните, Волс, никому ни слова. Сегодня принес совсем не то, что я просил. А это зачем? Ведешь себя как мальчишка. Ты слишком привлекаешь внимание людей на себя. А они не должны знать о тебе. В газетах про тебя пишут какие-то небылицы. Отец, я вчера спас девушку. Она тонула. Она тебя видела? Кажется, нет. Она была без чувств. Она очень красивая. Только такая грустная. Я бы хотел увидеть, как она улыбается. Приведи порядок в своей записи и ложись спать. Отец, я хочу спать в море. Тебе нельзя все время быть в воде. Это может повредить опять твоим легким. Всем на дно, там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румбе-румбе-румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его
Олсен, Ихтиандр ушел в город. Кроме вас он там никого не знает. Отыщите его во что бы то ни стало. Хорошо, хорошо. Уходит рыбак в свой опасный путь. Прощай, говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглый махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать во мгле, в синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах скроются черные города. Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснит не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети сироты его простят, пусть у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать во мгле, сидеть прохладный мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Выпей кофе. Ну пей же, прошу тебя, пожалуйста. Стой, куда же ты? Послушай, Хасан, ты не видел, тут парень не проходил, выше меня ростом, такие курчавые темные волосы и синие глаза. А какие у него башмаки, господин? Этого я не знаю. Берите, кто хочет. Рыбы много.
берите рыбу! Берите! Что здесь происходит? Этот сумасшедший роздал всю мою рыбу! Что он жадничает? Рыбы сколько угодно в океане. Заплатите ему. У вас есть деньги? Деньги? Да, деньги. Я не знаю. Да вы что, действительно сумасшедший? На. Кажется, есть. Этого хватит? Сумасшедший миллионер! Во всем городе нет воды вкуснее, чем у вас. Еще? Нет, спасибо. Мне кажется, пора. Опять плохи дела. Да, нас прикрыли. Знаете, кругом одни неприятности. Тут еще сбежал сын моего приятеля. Я весь город объездил. Ну? Знаете что, Гутьера? Дайте мне вашу машину, а? Я снова объеду город. Да ведь машину давно продали. Просто вы редко бываете у нас. Ну, раньше вам казалось, что я у вас бываю слишком часто. Не надо об этом, Олсен. Слушайте, Олсен! Да? Мне бы хотелось помочь вашей газете. Мне подарили жемчужное ожерелье. Заложите его. Ну, спасибо. Только сейчас оно отца в сейфе. Давайте встретимся завтра на празднике у Черных скал. Идет? Идет. С кем это там шептались? Это мой старый друг. Моя невеста могла бы вести себя более осмотрительно. Выдержи. Пусть только в нее попадет. Смотрите. Я вас слушаю. Здравствуй. Здравствуйте. Какой странный город. И люди в нем какие-то странные, верно? Простите, что вам угодно? Кто вы такой? Ты меня не знаешь, а я тебя видел один раз. Да что вам угодно? Постой! Я пришел сказать, что люблю тебя. Так значит, это любовь с первого взгляда? А разве бывает другая любовь? Еще один старый друг. Дорогая, прошу вас, пройдите к отцу. Пусти ее руку. Она не хочет идти с тобой. Разве ты сам не видишь? Вон отсюда. Это его дом. Тогда я не уйду. Нет, уйдешь.
сюда. Полиция! Папа! Уйди отсюда! Уйди! Бегите! Это все из-за тебя. Все мои несчастья из-за тебя. Сегодня мне опять нужно быть на берегу. Опять? Пойми, я не зря прятал тебя от людей. Ты счастливее их. У тебя есть море. Ты его хозяин. Я не хочу больше жить среди рыб. Я умру от тоски. Зачем ты сделал из меня не человека? Не говори так. Ты человек. Если я человек, я имею право любить. Ну что ж, иди. Только плыви морем. Для тебя это безопаснее. Спасибо, отец. Я буду осторожен. Помните, тащить по моей команде и не зевать. Вера, давай быстрее, живи! Еще! Давай! Вера! Вера, быстрее давай! Быстрее! Вера, давай быстрее! Быстрее! Давай! Быстрее! Thank you.
черт вас подери! Ну, говорил вам, что надо взять сеть потолще. Хватит, буду ловить один. Дон Педро. Все, Дон Педро, давайте рассчитываться, сколько вы мне должны? Дон Педро, ведь я вам почти что тесть. Почти что тесть, вы меня и со свадьбы водите за нос. Свадьба состоится в субботу, клянусь вам. Папочка, я ухожу. Подожди. Я сказал дону Педро, что в субботу свадьба. Папа, ее, может быть, вообще никогда не будет. Мы дали слово, ты знаешь, чем мы ему обязаны. Я этого никогда не забуду. Ну, будь умницей, доченька. Папа. Давай продадим ожерелье и справим тебе достойное приданое. Ожерелье? Его уже нет, папа. Пришел? Как хорошо, что вас тогда не поймали. Мне было хорошо только в море. А теперь мне хорошо только рядом с тобой. Вы так говорите, как будто мы с вами очень давно знакомы. А я даже не знаю, как вас зовут. Меня зовут Ихтиандр. А меня Гутьера. Гутьера, станцуем? Нет. Почему нет? Что ты наделал? Сумочка!
китайский жемчуг, мое ожерелье. Жемчуг? Не знаю. Ожерелье упало в воду. Парень-то чужой, первый прыгнул в воду. И Санчес за ним. Тут такая глубина. Ну, Санчес, да. Да. Должен. А сколько их серьезно? Смотри, и этот парень. Спасибо. Вы моряк? Мне нельзя говорить, кто я. Не обижайся. Опять чудеса. Гутьеррес! Сейчас! Пойдемте. Я не пойду. Почему? Он любит тебя. Кто это вам сказал? Я видел, как он смотрел на тебя. Я приду завтра, когда ты будешь одна. С кем это вы беседовали, а? Это очень хороший человек. Да? Откуда же он взялся? Скорее всего, свалился с неба. О, обо мне вы так никогда не говорили. Да. Ого! Ломбарди все ахнут. Через месяц я вам верну его обратно. Спасибо, Гутьерре.
прекраснее. Но с тех пор, как я узнала вас, я почему-то стала бояться моря. Море не надо бояться. Оно доброе. Когда наверху буря, на морском дне покой и тишина. Ихтиандр. А Ихтиандр? Вот, смотри. Боже, как красиво! Возьми это тебе. Мне? Уберите, а то мы поссоримся. Почему? Возьми, это твое. Я не могу взять этого. Возьми. Нет. Послушайте, Ихтиандр! Зачем вы выбросили жемчуг в море? Я хотел отдать тебе жизнь, а ты не взяла даже такую малость. Значит, ты не веришь в мою любовь. Значит, ты сама меня не любишь. Послушай, на субботу назначена моя свадьба, но ее не будет, потому что есть ты. Понимаешь? Скорей! Вот он! Покажи руки. Вот так. За что? За что? За то, что он чуть не убил меня. Я ожерелье. Говори. Где ожерелье? Он не виноват! Он не брал ожерелье! Пошли. Камнем на дно. Мы будем жить за городом на моей вилле. Вот и хорошо. Буду до старости лет валяться на травке. Ну, это ваше дело, но только не на моей вилле. Да, и вот что. Вот вам чек. Гутиэра, как вы могли решиться на это? А мне теперь все равно. Отец долгами рассчитается. Купите новую сеть. Поставьте ее против норы. И дежурьте там сами неотлучно. Всего хорошего. Делится виллы Долорес. Я должен ее увидеть. Ты слишком быстро забыл про это.
все-таки я должен ее увидеть. Опять ты здесь? Она заперлась на ключ. Выломай дверь. Будь мужчиной. Ну, что с ней церемонишься? Я люблю ее. И спишь, как собака у ее порога. Тряпка. Гутьеры. Гутьеры, послушай, это наконец смешно. Гутьеры. В чем дело? Что, поймал морского дьявола? Нет, нет. Нет. А тогда почему ты здесь? Кто караулит сеть? Сеть? Сети нет. А где деньги? И денег нет. Пропил. Я хочу видеть дочь. Ты держишь ее под замком. Тедро, ты обидел меня. Бог нас рассудит. Но Гутьерри я мечтал видеть богатой и счастливой. Я не позволю ее мучить. Да она сама любого замучит. Убирайся отсюда. Выведи его за ограду, никогда больше не пускай сюда. Пусти, 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 пусти. Не бойся, это я. Боже мой, я думала, ты утонул. Петро, Петро, для тебя у нее закрыта дверь, а для других у этой открыто окно. Что? Да. Я так горевала. Я думала, что ты утонул. Я не утонул. Просто я могу жить под водой. Люди прозвали меня морским дьяволом. Но я человек. Мой отец доктор Сальватор. Прости, что я не открыл свою тайну раньше.
Как я счастлива, что ты жив. Но почему ты вышла замуж за другого? Мне было все равно. Дон Педро спас меня от акулы. Это я тебя спас. Ты? И ты молчал. Что ты наделал? Еще не поздно. Теперь я тебя никому не отдам. Бежим! Стой! Газету! Свежие новости! Свежие Мальчик! Новости! Пойди сюда. Отнеси это в редакцию. Олсену. Беги, беги. Свежие новости! Свежие новости! Свежие новости! Ну что ж, пойди искупайся. И принеси заодно раковину с жемчужницей. Да я не собираюсь долго держать тебя здесь. Но ты пойми, я ухлопал кучу денег на все эти сети, ловушки. Кто оплатит мне расходы? А несколько хороших жемчужин, и ты свободен. Ты меня отпустишь? Правда? Слово кабальера. За 40 минут целое состояние. Молодец, ступай снова в воду. Ты же дал слово. Да я бы тебя задушил вот этими руками, если бы ты мне не был нужен. Марш в воду, жаба! Делайте со мной что хотите, в воду я больше не пойду. Вот это ты пробовал? Бейте его, пока не поумнеет. Подводная лодка! Курсом на нас! Кого это там несет? Эй, боцман, привяжите эту жабу к якорю и на дно, быстро. Негодяй! Пустите его! Пустите его! У вас есть оружие? А это что? Это подводная гарпунная пушка, которая бьет острогой на 100 метров. Да, слабовато. Эй, капитан! У вас на шхуне сын доктора Сальватора! Сейчас же отпустите его! Никого у меня нет, отваливайте! Считаю до трех. Это автоматическая пушка. Первый же снаряд разнесет вашу лоханку в дребезги. Бросайте пистолеты. Считаю до двух. Раз.
спать, Любку! У вас на шхуне мой сын. Я вам уже сказал, у меня на шхуне нет посторонних. Слово кавалера. Он здесь! Они привязали его к якорю! Пусть поднимут якорь! Прикажите поднять якорь, или будем стрелять! На лебедке! Поднять якорь! Есть та девушка? Да, отец. Отец, я без нее не поеду. Откройте каюту. Ну, ее-то вы не увезете, это моя жена. Сейчас мы ничего не можем сделать. Закон против нас. Пойдем. Эй, держите на память! Здесь нам оставаться больше нельзя. Мы уедем с Ихтиандром. Куда? В южные моря. Придется все начинать сначала. Да, создать подводную республику не так-то просто, дорогой друг. Мои планы сорвал случай. От таких прохвостов, как Зурита, никто не огражден. Никто. Но если бы не Зурита, был бы другой, третий. Страшно подумать, что ваши гениальные руки не принесут никому пользы. А я думаю, что все будет хорошо. Доктор, полиция! Беги! Мне они ничего не сделают. Беги! Доктор Сальватор, вы арестованы. Это вас именуют Ихтиандром. Вы тоже арестованы. Кого вы взяли? Сальватора и его сына. А где вы видите сына? Это же репортер Рольсон. Почему же вы мне не сказали? Вы бы мне все равно не поверили. Ведь я так похож на доктора Сальватора. Помалкивайте. Ваша очередь тоже придет. Благодарю вас. Только учтите, я не тороплюсь. Thank you.
крепче держись. Давай. Ничего. Теперь ты не уйдешь, красавец. Господин доктор. Вы меня не помните, господин доктор? Нет. А я всегда вас буду помнить. Вы спасли от смерти моего сына. Ах, да. Ну и что же? Карлос, к доктору посетитель. Крайне неприятно видеть вас здесь и в таком виде. Но если вы позволите... Что вам угодно? Я хочу вам вернуть свободу. Лабораторию, деньги, славу. Вы? Именно я. Я освобожу вас отсюда. А вы? Вы, доктор, создадите сотни, тысячи таких же ихтиандров. Вдумайтесь, доктор. Мы с вами завоюем океаны. Мы станем самыми богатыми людьми на Земле. Вы и я. Дон! Спокойнее. Не забывайте, что от моего слова зависит ваша жизнь и жизнь вашего сына. Вас обоих сгноят в тюрьме. Негодяй! Негодяй! Зря кипятитесь, доктор. Подумайте. У вас нет другого выхода. Не бойтесь их, доктор. Я помогу вам бежать. Вы сказали, что я спас вашего сына. Спасите вы моего. Но как же? А вы? Двоих я не могу вывести. Я старик. Мне все равно, где умереть. Ваша воля. А есть у вас надежные друзья в городе? Есть. Иди отсюда, отец, жди меня дома. Дон Педро еще не спит. Открой. У меня письмо от Олсена. Что случилось, отец? Завтра я отправляю их Тиандра в Австралию. Хотите ехать с ним, Ольсен? Значит, он бежит из тюрьмы в Австралию, моя жена вместе с ним. Дон Педро. Полиция! На колени хмолюсь, Дон Педро. На колени. Полиция! Полиция! Отвечайте. Кто вызывал полицию? Алло. Алло. Полиция. Приезжайте на виллу Долорес. Я убил человека. Гудей, открой скорее.
Беги скорее. Беги отсюда, консулюм. А ты, папа, как же ты? Я здесь еще нужен. Ворота. Здание тюрьмы. Мы пройдем так. Вот сюда нужно поставить машину. Ясно. Значит, господин Олсен, ровно в 9. Сверим часы. Господин доктор, сейчас я его поведу, вы сможете проститься. Погубили тебя! Погубили! Прости меня. Я хотел сделать тебя счастливейшим из людей, а сделал самым несчастным. Прости меня. Не прощай. А ты? Прощай. Пора, пора. Приезжай. Не закрывай ворота, я сейчас разгружусь и обратно. Я не выписывал пропуска. Вот.
Бегите к машине. Вас там ждут. Не теряйте времени, бегите. Поддельная тревога! Не сможет дышать легкими. Тюрьма погубила его. Он сможет жить только в воде. Ну вот и все. Мне запрещали любить тебя, а я любил. Нас разлучали, а я находил тебя. Как странно. Вот сегодня никто не может нам помешать, а я прощаюсь с тобой навсегда. Я всегда буду тосковать по земле. И тебя на земле никогда не забудут. Ты еще будешь счастлив. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Нам надо торопиться. Ихтиандр, я обещаю вам, что сделаю все, чтобы освободить вашего отца. Спасибо. Прощай.